Всем привет! Привет, семья Forever! Добро пожаловать на Facebook Live. Мне всегда доставляет удовольствие быть с вами. Я надеюсь, что у вас все хорошо и что у вас выдалась хорошая неделя. И она все еще не закончилась. Пускай у нас у всех хватит энергии закончить неделю полными сил. Сегодня я хочу поговорить о том, в каком порядке следует использовать продукты для ухода за кожей. Этот вопрос мне особенно часто задают во время путешествий. Мы знаем, что наши предприниматели любят продукцию для ухода за кожей и стараются использовать как можно больше наших продуктов. Также и наши потребители все больше используют линейки наших продуктов для ухода за кожей, стремясь использовать их как можно больше для того, чтобы выглядеть и чувствовать себя лучше. Поэтому сегодня я хочу разбить их по категориям. И также я хочу рассказать вам, в каком порядке, если вы склонны использовать все продукты Forever для ухода за кожей, их следует использовать. Порядок, конечно же, важен. Но хочется снова повторить, что то, что я всегда говорю, когда речь идет о наших добавках и продуктах для ухода за кожей, если вы пропустите использование продуктов для ухода за кожей утром, не говорите, что день пропал зря и больше не используйте эти продукты в этот день. Не всегда так важно, когда именно вы их используете. Самое главное, что вы ими пользуетесь. То же самое можно сказать и о наших добавках. Также не всегда важно, когда именно вы их принимаете. Но важно, что вы принимаете эти добавки. Так что еще раз подчеркиваю, что это всего лишь совет. И они основываются на составах и функциях каждой формы. Мы составили этот список, основываясь на научных данных, изучив различные функции каждого из продуктов, а затем разбили продукты на категории согласно размеру их молекул. Мы много знаем о коже, о том, как кожа будет использовать все эти ингредиенты в каждом из продуктов. А также мы знаем пользу и функцию каждого продукта. Также мы знаем, когда следует использовать каждый из продуктов, учитывая размер молекул и сколько времени оставлять его на коже, прежде чем применить следующий продукт. Поэтому вместе с вами давайте пройдемся по этому списку. Я уверена, что наша маркетинговая команда очень быстро составит документ, содержащий этот список, который мы немедленно поделимся со всеми маркетинговыми командами в мире. В конце концов, он у вас будет, но я надеюсь, что мы и сейчас очень хорошо подробно все запишем. Вы можете даже делать скриншоты, поскольку я буду показывать на экране всю информацию, которую мы сегодня обсуждаем. Итак, порядок использования продуктов для ухода за кожей. Начнем. Естественно, первая линия обороны заключается в поддержке кожи изнутри. Пейте гель алоэ вера, принимайте укрепляющий комплекс Infinite от Forever. Оба эти удивительные продукта предназначены для прекрасной, молодой, свежей кожи, волос и ногтей. Укрепляющий комплекс Infinite поддерживает уровень коллагена в коже, а также увлажняет ее. А потому не забывайте использовать эту чудесную добавку каждый день. Я принимаю ее на ночь. Но, как вы знаете, ни в коем случае, если вы забыли ее принять, не говорите, раз так, то я вообще не буду ее сегодня принимать. Используйте все продукты в любое время, а я лично принимаю заряд коллагена на ночь. Теперь давайте углубимся в категорию средств для очищения кожи. Если вы один из тех людей, которые любят очищать свою кожу, у нас для вас есть несколько вариантов. Мы начнем с того, что будем очищать кожу от отмерших клеток и загрязнения 2-3 раза в неделю. Если же вы мужчина, вы запросто можете применять эту процедуру каждый раз, когда бреетесь. Ваше бритье будет более гладким и чистым, с меньшим количеством царапин и порезов. Если вы нанесете очищающий и выравнивающий скраб на кожу в области бороды и усов, смоете его, а затем натнете бритье. Итак, это первый шаг в очищении кожи. Если же вы не используете скраб в какой-либо день, у вас есть выбор между очищающим увлажняющим тоником Infinite от Forever и освежающим гелем для очистки сони. Их следует применять именно в этом порядке. Если вы используете их оба, стоит начать с кремообразного очистителя для удаления жира. Если вы используете декоративную косметику, он вообще будет вашим лучшим другом, поскольку он удаляет жир и начинает растворять все частички загрязнения. Затем гелевый очиститель окончательно растворит все частички загрязнения и запросто удалит их с поверхности кожи. Мы называем это двойным очищением, и многие из вас знакомы с этим процессом, особенно те, кто живут в регионах Юго-Восточной Азии и Японии. Если же вы живете в других регионах, вы можете и не знать об этой процедуре. Наша система двойной очистки состоит из очищающего увлажняющего тоника Infinite Forever и освежающего геля для очистки кожи. Итак, следующий шаг.
Если вы пользуетесь масками, у нас есть немало вариантов масок, включая пудру маску Fleur de Givant, Forever морскую маску, алоэ биоцеллюлозную маску и гель-маску Sonia. Вновь-таки, если вы склонны использовать все эти маски в один день, что, конечно же, не обязательно, но, в принципе, вы можете это сделать. Вам следует начать с пудры маски активатора, затем использовать морскую маску, а после нее биоцеллюлозную маску. Ну, а на ночь в качестве ночной маски нанесите на лицо выравнивающий гель-маску и ложитесь спать. Утром вы ее смоете и обратите внимание на сияющий вид вашей кожи. Здесь я хочу еще раз напомнить о том, что все это, весь список будет разослан нашим маркетинговым отделом. Итак, все, что вам нужно сделать, посмотрим, смогу ли я сделать это на экране. Скажем, к примеру, вы любите наши маски, но не пользуетесь морской маской. Или же не используете пудру маску Fleur de Givant. Это нормально. Все, что вам нужно сделать, это вычеркнуть ее из своего списка, и все другие продукты выстроятся на свободном месте. Так что вы просто проходите по списку и удаляете продукты, которыми не пользуетесь. А продукты, которые вы используете, будут выстраиваться в нужном порядке. Тоники – это исключительно дело предпочтения. На сегодняшний день люди либо обожают тоники, либо не используют их. У нас есть два варианта тоника. У нас есть наш увлажняющий, смягчающий тоник и наш алоэ-активатор, который можно использовать в качестве тоника и увлажняющего средства. Лично я использую увлажняющий, смягчающий тоник на ватной подушечке для удаления отмерших клеток кожи и всего, что еще могло на коже остаться. Также я использую алоэ-активатор, вылив немного его на руки и прижав их к коже для того, чтобы все чудесные полезные вещества поглубже впитались в верхние слои моей кожи. Итак, повторю. Вначале очистка, а затем, если вы склонны использовать оба наших тоника. Вначале используйте тоник, увлажняющий, смягчающий, а затем активатор. И вновь-таки, если вы не используете один из них, удалите его из списка. Остальные продукты выстроятся в нужном для вас порядке. Продукты для целевого применения. Эти продукты позволяют решить индивидуальные проблемы. Это продукты для тех, у кого есть темные круги под глазами, или же мешочки, или если кто-либо очень привередлив к выбору дневного лосьона, или же хочет, чтобы его кожа стала светлее и ярче, или же была более увлажненной. Для всего этого у нас есть продукт. Это и есть наши продукты для целевого применения. И снова, если вы намерены использовать их все, использовать их следует следующим образом. Начать нужно с укрепляющей сыворотки Инфи. Хочу заметить, что все продукты против старения следует применять первыми. Так что будете ли вы затем использовать очищающее средство, тоник или продукты для целевого применения, используйте первым продукты против старения. Это наиболее активные продукты, когда вы наносите их на кожу, она расщепляет их быстрее всего. Эти продукты должны находиться ближе остальных к вашей коже. В нашей линейке целевых продуктов у нас есть много сывороток. Если вы выбираете сыворотку, которую вы хотите нанести на лицо первой, это будет укрепляющая сыворотка Infi. Также у нас есть новая увлажняющая сыворотка. Если вы используете их обе, первой наносите укрепляющую сыворотку Infit, а увлажняющую сыворотку после. Sonia гель «Сияющая кожа» предназначен для того, чтобы придать вашей коже прекрасный светящийся вид. Это будет вашим следующим продуктом. Forever Ripping Lung следует применять, если вы хотите избавиться от пятен на коже, нанося его прямо на эти пятна. Forever Alpha E-Factor содержит чудесную жирную кислоту в основе своей формы. Влага из этого продукта встречается с липидами вашей кожи и придает этот чудесный, причудесный, бодрый и здоровый вид. А затем уже вы наносите наш крем вокруг глаз просто подушечкой пальца. Ваш средний палец считается самым слабым на руке. Используйте именно его для того, чтобы легким поступающим движением нанести его на кожу вокруг глаз. И, наконец, мы переходим к увлажняющим средствам. У нас есть множество чудесных увлажняющих средств. И, конечно же, есть порядок их использования, благодаря которому вы получите лучшие результаты. Начать нужно опять с продуктов против старения, наша восстанавливающая крема Infi. Затем следует использовать R3 Factor. После этого нужно использовать успокаивающий увлажняющий гель Sonia, а закончить увлажняющим кремом Sonia. Вот это и будет ваша ежедневная процедура. Защитный дневной лосьон и наш новый солнцезащитный крем будут последними продуктами, которые вы нанесете перед выходом из дома. Так что, если вы пользуетесь декоративной косметикой, проследите за тем, чтобы ваша жидкая основа или ваша пудра или ваш BB-крем, содержащий или защиту SPF. Если нет, обеспечьте защиту своей кожи с помощью нашего защитного надневного лосьона или солнцезащитного крема с SPF. Это будут последние продукты, которые вы примените перед выходом из дома, и в любом случае используйте их именно в таком порядке.
Итак, если вы пользуетесь восстанавливающим кремом Infinite, успокаивающим и увлажняющим гелем Sony, вы просто удаляете из списка R3-факторы увлажняющий крем, дневной лосьон и солнцезащитный крем. Вы удаляете их, и остальные элементы списка становятся на их места. И вам продолжает быть понятен порядок их использования. Ну, я знаю, что пробежалась по продуктам очень-очень быстро. Как я уже сказала, мы будем рассылать вам этот список. Но, друзья, наши продукты для ухода за кожей – одни из лучших на рынке. Я видела их формулы. Их качество и безопасность несравнимы ни с чем, что вы видели раньше. Но более всего я горжусь тем, что делают эти продукты для вашей кожи. Мы наблюдаем волшебные изменения, которые происходят во всем мире с людьми, которые влюбляются в наши продукты и готовы их применять. Я надеюсь, что вы пользуетесь продуктами для ухода за кожей Forever. Я надеюсь, что вы открыли для себя либо Infinite от Forever, предназначенный для сухой стареющей кожи, либо линейку для ежедневного ухода Sonia, предназначенную для смешанного типа кожи. Я очень надеюсь, что вы подобрали для себя нужную систему, а затем добавили к ней все наши чудесные продукты для целевого применения. Наш очищающий, успокаивающий скраб, крем вокруг глаз, нашу восхитительную алоэ биоцеллюлозную маску. Я очень надеюсь, что вам нравится их использовать и надеюсь, что вам полезна эта информация. Когда у вас на руках будет список, просто вычеркните из него то, что не используете. Список сдвинется, и у вас будет своя собственная программа по уходу за кожей, созданная лично для вас. Огромное спасибо за то, что уделили мне время сегодня. А перед уходом я хочу ответить на один вопрос. Меня спрашивают, можно ли использовать алоэ солнцезащитный крем на лице? И я отвечаю вам, да. И я слышала, что говорят предприниматели во всем мире. Это отбеливающая форма. Мы понимаем это. Она и была предназначена для отбеливания. Она намеренно создавалась более густой, чтобы мы могли нанести ее на лицо, на тело, на кожу детей, и чтобы она не только хорошо защищала вас от лучей солнца, но и была влагоустойчивой и не исчезала мгновенно, стоило вам погрузиться в бассейн. И все же мы слышим вас. И сейчас мы находимся в процессе изменения формулы этого продукта, чтобы сделать его не таким густым, и вам было чуть легче его наносить. Но, друзья, это удивительная формула. Я готова противостоять оставить его формуле любого солнцезащитного средства, продающегося в аптеке или в супермаркете. Все, что вам нужно, это крошечное количество нанести на лицо. Просто разотрите его пальцами, и я применяю его прямо здесь. Не думаю, что заметите это, поскольку мое изображение очень маленькое, у меня бледная кожа. И крем просто исчезает на ее фоне. Для тех, у кого кожа темнее, будет чуть труднее равномерно его нанести. Но это действительно прекрасное солнцезащитное средство. Не выходите на солнце без него. Спасибо за ваше время. Хорошего вам дня. Обнимаю и люблю. Пока.